Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alany. Меня зовут Агаси, и сегодня я хочу вам показать цены на субботнем рынке в районе Махмутлар. 17 июня. Также сниму цены на мясо. Постараюсь пойти в магазин, сеть магазин в Мигрос, снять цены на рыбу, молочные продукты и тому подобное. Что хочу еще добавить. Мы занимаемся денежными переводами в районе Махмутлар, как золотая корона, Риа Money Transfer. Также принимаем оплаты рубли на наши карты Тинькофф и Сбер по самому выгодному курсу районе Махмутлар. Выдаем золотую корону, доллары, евро, лиры, но нужно заранее все заказывать. По курсу золотую корону даже можем выдать лиры моментально. Так что приходите. Офис находится около башни часов Махмутлара. Я-то вчера уже искупался, сегодня не смог пойти поплавать. Суббота, нужно отдыхать, но также работать. Ага, пройду дорогу. Давайте я паузу нажму. Пошли в рынок. Итак, апельсины 15 лир, дорогие зрители. 10 лир уже скидка. Зелень. Если хочешь, там башлё. 10 лир начинаются цены на зелень. Болгарский перец 30 лир, фасоль 30 лир. Ага. 20 лир такие вот домашние сельские помидоры с огорода. 25 лир. Ага. Черешня уже стала 35 лир. В прошлый раз было 60-70 лир. Сливы. Шефталя, когда? 25 лир. Çok güzel şeftali. Персики. Не когда 25 лир, мы? 25 лир. 25 лир. Ну, там в центре рынка более-менее тоже хорошие цены. По вечерам можете приходить. Цены на 2 лиры пойдут вниз. Баклажан 7,5 лир килограмм. Огурцы 10 лир килограмм. Ну, помидоры плюс-минус. Я сейчас за 15 лир тоже вам найду в центре. Там впереди. Вначале всегда, как говорится, дороже. Так, потатес никогда? 20 лир свежей картошки. Так, картошки, которые привозные, они, кажется, по 10-15 лир килограмм. Так, такие маленькие. Маленькие огурцы 20 лир. Чеснок 20 лир. Что это вот так продают? Килограмм 70 лир. Это огромный чеснок. Вы такой не видели, наверное. Вот. Одна штука, размер не могу показать. 60 лир стоит вот такая большая. Поштучно там 5-6 штук, но они большие такие. Слонинный чеснок, короче. 450 лир стоит кукуруза. А у Наполеон 20 лир. Вау. Цены на черешню ушли вниз. 40 лир более-менее побольше. Это Наполеон, а это что? А это Бонапарт. Это Наполеон, а это Бонапарт. 40 лир. Давайте я приближу вот так. Ага. Так. Как более-менее красиво. 25 лир стоит клубничка. Тридцать лир абрикосики. Алча 50 лир. 15 лир персики. Нектар и персик одинаковые цены. Вот уже помидоры 15 лир. Даже есть помидоры за 5 лир. Да, нормально.
Пахнет арбузом, а не помидором. Так, пошли дальше. Клубники 25 лет. Абрикос 30. Алча 35. Весит здесь 30, там 15, не понял. А, здесь побольше, да, размером 30 лир. Где-то скидки. 20 лир у нас болгарский перец, 15 лир помидор. А этот помидор пахнет дыней. Так, огурцы 10 лир, лимон 13 лир килограмм. Вот вам лимон такой большой. Арбуз. Карпузун килосу не кадар? 10 лир. Это абрикос. Он сладкий слишком, маленький, но сладкий. Такой сорт такой. Маленькие помидоры 20 килограмм, 20, 18 большие. Огурцы, мелкие огурцы 15 лир, кабачок 15 лир. Так. Свежий, вот это настоящий. Вот это пахнет помидором. 20 лет. Откусите бы кусочек. Так. Ну, это для сахарных диабетиков. Картошка как-то 100 кило... лир стоит вот этот килограмм. Она вот такая красная картошка. 100 лир. Ну, надо нейди. Ады нейди? Пасифлора 100 лир. 120 лир. А, вот картошки, как я вам говорил, 15 лир. В той стороне еще дешевле можно найти. Огромные такие большие 20 лир. Лук 15 лир и 10 лир лук. Помните, да, было время 30 лир стоило? Сейчас уже цены упали. О! О, 10 лир арбуз стоит килограмм. Так, это я сфоткаю. Еще вот так сфоткаю. Или нет, вот так. Вот так. Вот так. Чтобы... Ага. Так, 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 так. Клубничка, фрукты, овощи. Что еще? Сезон начался. Папайя. Bunun adı ne oluyor Rusça? O mu? Evet. Yaban mersini. Yaban mersini de İngilizce nasıl diyorlar? Rusça nasıl? Blueberry diyorlar. Ruslar klubnika diyor. Klubnika. Klubnika değil. Klubnika kırmızı. Klubnika diyorlar. Klubnika. Черная клубника такая. Название не помню. Это ябан месин, дикий какой-то. Дерзкий. Дерзкая клубника, скажем. Переведем дословно. Кокос 150 лир штука. Манго 50 лир штука. Киваному? Киваному надо? Манго велик. Yes, yes! Yes, yes! 30 лир килограмм дыни. Здесь сок выжимают натуральный. Желтая черешня 40 лир килограмм. Я стебель себе все заберу вместе. Это называется, раньше назывался ослиным бананом, я его назову слониным бананом. Так. О, смотрите, какой этот кестель они сажают. Бу кестель ми? Кестель. Бунун тады бираз боле. Чок гюзель. Очень вкусный, говорят. И этот, без... А, видишь, как я говорю. Все оларак.
одно из самых натуральных бананов, как я знаю, потому что там нет никакого ГМО, в открытом на территории растет, без теплиц. Так что можете тоже купить. Фиат Недербла, да? 25 лир стоит. Они более тяжелые, чем нормальный банан. Так. Абе, килосы не кадар брокколи? Кило 80 лира. 80 лир килограмм брокколи. Эти, не знаю, 20-25 лир сюда. Булар не кадар? Булар не кадар? 60 лир. Килосу? Килограмм 60 лир. Ну, штука там 15-20 лир обойдется. 25, 3 штуки 50 лир кукуруза. Ну, видите, арбуз в многих местах килограмм 10 лир стоит. 10 лир. Ага, свежий чеснок маленький, 15 лир. Забыл название. Кур-кур-кур-кур-кур-кур-кур-кур. Как называлось? Сезон уже заканчивается. Так. А, муш-муш-муш-муш-мула. Муш-муш-мула. Так, 60 лет. Сезон уже заканчивается. Докупайте, ешьте, там много витаминов. Можете на ночь даже под подушку поставить, если проголодаетесь. 20 лир, там было 15, 30 было, авокадо штука стоит 20 лир. Да. Так, здесь вкусно выглядит все, давайте я еще широкоугольника возьму, сниму. Вот так. Офигенные, да, 35 лир, там было 40 лир, дорого вы продаете, дорогие продавцы, 80 лир, видите, там, ну, дали красивый вид и 10 лир добавили на него. А внутри все одинаково. 20 лир стоит салат, штука. Редиска тоже стоит где-то 20 лир. Чек. Сало. Мы друг друга сняли? Бай-бай. Авокадо 20 лир штука. Ага. Пакет стоит 100 лир. Ананас 50 лир. Простите. 25 лир. Пакет 25. Папайя 40 лир. Ну, плюс-минус я вам показал. Не буду долго снимать все. Давайте я вам вкусные помидоры сниму. Там должны быть где-то вкусные помидоры. Здесь 30 лир. Где эти помидоры? 70 лир килограмм грибов стоит. Это растения полезные для диабетиков, как я знаю. И еще какие-то полезные у него. Метроешил кушконмаз называется. Аспарагус. Аспарагус. У меня есть его корни, я его пью. Это тоже, как забыл название, рокс, рок, рореры. Ага. Буларын фиаты не кадар? Абидем, бу, кушконмазын фиаты не кадар? Бу. 100 лир стоит. Аспарагус. Так, яблоки посмотрим. Яблоки не снимал. 15 лир яблоки. 20 лир. Большие яблоки. Вот мои помидорчики. Как я их
есть разноцветные, видите, черный, желтый, оранжевый, красный. Так, цены какие? Вот как. Пакет 40-50. Пошетный когда? Пятьдесят лир стоит килограмм. Вот и черные помидоры, и желтые. Вкусные такие, интересные. Бананы мелкие, 10 лир. Также продают редиски. Кому надо, можешь вот там полтора, там 40-50 сантиметров. И еще морковки есть, килограмм 30 лир. Бутутный когда? 30. Очень полезно для здоровья. У нас 30, везде 40. Везде 40, у них 30, чтобы вы знали. Черные грибы сколько стоят? Бумантарный когда? Буну надо не? Кестане называется, 60 лир, 50 лир. Вкусная, не? Шашлык, машлык делал, очень вкусно. Это еще другие грибы. Буну фиаты недир? Bunun fiyatı ne? 50 lira. 50 var. 50 lir, есть еще 40 lir. 40 var. Грибы. Teşekkürler. 40 lir уже срок прошел у них. Дожили свое. Сухофрукты. Сухофрукты тоже где-то 280 лир, 300 лир орехи стоят. Сейчас найду, что сухофрукты бы вам снять. Так, здесь что? Сыр. Эзирный стоит 220 лир, вот так, 220 лир. Там ялы беяз пенер, белый сыр, то есть сыр так бывает белый, но у кого-то там желтый, пардон, желтый и масла много. Творог 80 лир, тулум стоит 140 лир, этот тулум 110 лир, 110 лир, он вкусный. Я тоже попробовал вместе с вами. Оливки можно за 80 лир найти килограмм, 80-85 лир. Жареные поди дороже. Так. Эзина стоит. Чанаккале. Вкусная. Мой любимый вот сыр этот. Тулум 100 лир. Это... Бу не когда? 250. 250. 250 лир. 250 лир, да. Это баран? Бу не кечи ми? Баран? Кечи. Баран. Все. Сейчас примет все ушли, все молитвы. Аллах. Так, манго. Яички там 3 лира одна, 4 лира где-то именно домашние. Ну, который бегает, прыгает, вот их яйца, да. Ну, здесь сыров много, колбаски. Сливочное масло сейчас прошу. 180 лир, 120 лир есть сыр, 140 лир есть. Такие вот стоят 180 лир. Каймак это. Каймак вот турецкий стоит 180 лир килограмм. Каймак. Бостырма. Сливочное масло стоит 220 лир, анамурский, как вы видите. Оливки 90, 75, 80, 160 даже есть оливки. Оливки 160 лир, дорогие. 140 черная олива. А, это огромный за это. 100 лир, 80 лир и тому подобное. Томат кто-то, если желает. Сейчас сниму цены на мясо. Цены плюс-минус 300-400 пирзола.
баранина 390, курочки. Фарш с 380 лир спустился на 350 лир. Утка стоит 250 лир. 90 лир начинают с крылышки и там ляжки, курочки. Филе, например, 110 лир. Так, можно также купить в этом магазине пельмени. Это во входе на субботний рынок. Все, идемте рыбу сниму, Мигрос. От башни часов, если придете в сторону гор, здесь вкусная шаурма. Вот. Приходите, попробуйте. Шаурма, цены какие, дорогой. Вот это меню. О, шаурму кто хочет, может прийти сюда. Комбо 330, но это все в пакете. 140 лир, 170 лир. Саламу алейкум. Насанавидинуарне. Ага. Вот вкусная шаурма, кто хочет вкусно попробовать, приходите. И можете здесь. Пакет сервис тоже есть, номер сейчас напишу, говорю еще раз. Вот номер WhatsApp. Вкусная шаурма. Также есть еще вкусная шаурма в районе Кестер. Называется BSN. Тоже можете там заказать. Итак, цены на рыбу. 17 июня. Креветки 899 лир, джумбо, чепура 150 лир, ага. Турецкий самон лосось, кажется, это 150 лир, сазан 100 лир, осьминог 450 лир. Сам не похож на карп. 110 лир. Надо добро. Такие креветки поменьше стоят 350 лир. Леврек сиба, кажется, да, не помню. 100 лир. Скидочки. Приходи, разбирай. О, вот здесь подешевле мясо. 340 лир. Это говядина, фарш говядина и тоже говядина, но здесь с маслом, больше жира, здесь меньше жира. 290 вместе с жиром. Здесь почти можно сказать, что очень мало жира. Так, посмотрите, вот здесь цены, вот товар и цена. Дана Ростолук. Мне переводить сложно, потому что я говорю на 5 языках. Каждый день. Порой слова забываются. Еще IT-специалист по профессии. Шестой язык, можно сказать, что. Так, дорогие, вот так цены посмотрите. Дана бонфиле чифтлик. Это бонфиле 650 лир. 645. Антрикот 420 лир. Здесь что? Вот ребрышки, кажется, да? 440 лир, да. Кузу кулбасты. Вот это, кажется, стоит 384 лир. Это сач-каурма на этом делают. Сач, кто знает, тот знает. Для него 326 лир. Так. Кузу капамалык эт. 260 лир. Язык коровы стоит 327 лир. Дорогой у него язык. Кузу 320 лир. Пропустил. Косточки стоят 27 лир. Вот это узман. 78, 58. Сердечки есть, язык есть. Ишкембе это внутренности 86 лир. Дана бебрек печень легкие 80 лир. Давайте я вам еще орешки цены покажу в Мигросе. А Владим, джевизин килосы не када? Килосы не када? Джевизин.
200 лир почти килограмм орешек. Это цены на 100 грамм. Вот то, что вы видите. Зафиксировал для вас, медленно показываю. Если я быстро снимаю, то вы можете в настройках ролика сделать как бы скорость поменьше, 0,75, и будет вам медленнее ролик. Кого интересует недвижимость в Алании, звоните, пишите по номеру плюс 90 555 064 91 10. Ну, здесь алкоголь. Давайте хотя бы здесь что-то тоже покажу. Кому-то надо там, не знаю, выпить. Виски, миски. Джек Дэниелс. Нельзя пить, нельзя курить. Вредно для здоровья. Ну что поделать с теми людьми, кто употребляет. Пиво. Сейчас меня выгонят из магазина. Я в этом в курсе. Это вино, как шампанское, как мне объяснили, сладкое вино называют. Нет, с пеной, вино с пеной. Вот. Цены вот таковы. 290 лир. А так самое минимальное вино. 179 лир. 184 лир. Ангора. Весь рынок, магазин я снять не смогу. То, что было рядом, в шаговой доступности, я вам показал. 250 лир. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, если все еще не подписались. Пишем комментарий, что вам понравилось. Цены вроде нормальные на данный момент. В прошлом месяце, то президентский уровень я снимал, цены были выше. Сейчас уже вот инфляция идет вниз. После того, как сменили нового министра по экономике. Думаю, что все будет прекрасно. Вот эту ставку подняли. Или поднимут, не помню. Еще. Вот такие вкусняшки здесь. Это лукум, вот он очень вкусный. Пальчики не оближите, а просто откусите. 575 лир. Вот они вот очень вкусные. Чокюзя. Всем пока-пока, дорогие зрители. Я убежал.